Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Встречный лайк. Вы нас давно уже просите снять видео, что в наших телефонах. И сегодня мы вам покажем все наши приложения. А вы пока подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Кстати, ребята, у нас совсем скоро 1 миллион подписчиков. Поэтому, если ты еще не подписан на наш канал, подписывайся. Нажимай на эту красную кнопочку. Также подписывайтесь на наши инстаграм-аккаунты. У нас их 3, 4, 5, я не знаю. В общем, все ссылочки в описании. И также на наш лайк. У нас там скоро 2 миллиона. Ну что, будем начинать. Так, ну что, сейчас я начну с игр. Покажу вам, в какие игры я играю. Это Pull&Bear. Здесь нужно открывать вот эти вот проходы. И потом их вот эту вот баночку кидать. Или как это называется, просто сейчас покажу. Вот у нас тут шарики, их просто нужно вот эти вот открывать их, и потом они падают в баночку. Так, у меня не очень много игр. Первая игра — это Paper.io 3D. Это такая игра, там такая 3D, например, звездочка или сердечко, и потом там надо заполнять. Например, я 6 звездочек, а вот эти все я взяла. Можно выбирать зверей, их надо выигрывать. Я возьму оленя. Начинаем. Сердечко. И надо заполнять. Вот так. 3D. Так. Следующая игра — это Brawl Stars. Ну, эту игру все знают. Вот. Я играю в эту игру примерно пару месяцев. У меня не столько уж и много бравлеров. И немного кубков. У меня 1358 кубков. А бравлеров у меня 13. Мой самый любимый бравлер — это, по-моему, Рико. Мой любимый бравлер — это Рико. Так, следующая игра. Тут у меня скейт 2. Вот. Это мой скейтборд. Это жизнь другой. Вот сейчас можно играть и можно выбрать, что взять. Это все, что зеленое, это я уже сделала. Теперь вот это. Можно смотреть, как делать, потом повторить. Не очень хорошо, но всегда получается. Один раз мне получается 2 раза. Мне не получается. И следующая игра — это Uno. Мне нравится играть в Uno так и в карточки, и также на телефоне. Когда никто не хочет играть со мной в Uno, я играю в телефоне. Тут все хотят играть. Так, дальше. У меня игра Big Farm. Это такая ферма, и здесь нужно покупать и собирать. Вот, например, тут у меня цветочки, корм и яйца. У меня не так уж и большая ферма. Я это начала только вчера играть. Тут у нас Coinmaster. Я очень люблю эту игру. Это как рулетка, там можно выигрывать деньги, потом ты должна, не настоящий, потом ты должна строить свой дом. И всегда, когда ты закончишь, ты должна другой дом строить. Я подумала, как будто красть деньги. Красть. Так, да, это есть. Теперь тут. Да, тут тоже есть. Тут нету. Ну, повезло. Так, следующая игра у меня А4 головоломка. Тут разные головоломки. Но иногда тут такие сложные задания попадаются. Попробуйте и скачайте, может быть, вам тоже понравится это приложение. Так, и последнее у меня А4 Колесо. Это иногда мы с Ксюшей делаем челленджи, и потом мы крутим колесо. Здесь можно писать свои задания или имя игроков. Потом крутишь, и то, что выпадает. Например, тут у меня какие-то странные, я не знаю, что у меня тут написано. Тут разные имена написаны. Например, мне сейчас попался Майк. Так, тут у нас Roblox. Я тоже, кстати, люблю Roblox, это мой аккаунт. Я играю в телефоне и в компьютере. Моя самая любимая игра в Roblox — это Adopt Me и Piggy. Мне это очень нравится. Да. И тут еще с Brawl Stars. И плед мне нравится. Так, следующее — это Brawl Stars. Вот. У меня 17 брендов. Мои самые любимые — это Эль Премьер. У меня тут 4293 кубов. Так, меня зовут Невас. Теперь вот также у меня есть Pinterest. Здесь я иногда ищу идеи для ногтей или чтобы рисовать. Например, идеи для фото или подарочки. Так, дальше. Тут у меня Uno. Uno есть. Это то же самое, как играть в карточки, но в телефоне. Сейчас я вам покажу мой TikTok. Вот. Вот. 37 000. А сейчас я вам покажу все мои приложения в соцсети. Так, дальше у меня TikTok. Сейчас я... Вот это моя страничка. Я теперь очень мало снимаю в TikTok, потому что TikTok блокирует почти все мои видео. Я не знаю почему, я снимаю видео, потом их выкладываю, и TikTok их просто не выкладывает. Их никто не видит, например, вот. Здесь просто 0 лайков и 0 комментариев. Это видео как бы застыло, и его никто не видит. Поэтому я в основном снимаю видео в лайке. У меня с Ксюшей одна страница. И вот наш лайки. У нас скоро 2 миллиона. Кстати, все ссылочки есть в описании. Заходите. У меня есть Snapchat, конечно же. Так, давайте посмотрим, какие есть новые масочки. Это я уже видела. Это тоже. По-моему, нету новых. Все старые какие-то. Это, по-моему, новые. В общем, все старые. Ой, они появились. Ой, это крутой фильтр. Ну, в общем, нету никаких. Так, и вы, наверное, уже знаете, Маргарита вам показала. У нас есть один общий аккаунт в лайке. Так, что у меня еще есть? О, стикер-мейкер. Мне очень нравится. Тут можно выбирать фоточки и делать как стикер, а потом надо в WhatsApp заходить. Дальше, Никелодиан. Можно в телефоне смотреть. И тоже тут можно нажать, что сейчас в телевизоре идет. FTV. Сейчас. Ага, такая серия, которую можно смотреть. Она мне не очень нравилась, эта серия. Также у меня есть Instagram. Так вот он называется. Вот мои фоточки. Стараюсь снимать сторис каждый день. Поэтому подписывайтесь, у нас очень весело. У меня 123 000 подписчиков. Многие спрашивают, где мы редактируем наши фотографии. В основном это в PixArt. Вот. Там очень хорошие фильтры. Я сейчас возьму какую-нибудь фоточку мою. Тут также есть и стикеры. И есть еще и разные фильтры, например, тут есть. Это, по-моему, мутность. Чаще всего мы используем эффект, это доджер. Он немножечко затемненный и такие уж яркие цвета. ручка, и тут еще много. Тут можно и вырезать, и текст добавлять. Например, я напишу «Привет». Так, следующее приложение — это Tempo. Здесь можно делать разные эдиты. Вот. Просто поставляешь свои фотографии, и эдит готов. Сейчас я попробую сделать один. Выберем несколько фото. И все. Там есть эдиты на разные темы. Есть на lyrics, beats, love, friends и разные. У меня тоже есть приложение, где мы заказываем одежду, как Zalando, H&M, Bershka, еще у меня есть Pull&Bear и Zara, и все. Моя самая любимая — это Bershka. Также у меня есть Snapchat. Очень люблю записывать смешные видео. Так, следующее приложение — это там, где я слушаю музыку. Это Spotify. Там есть даже наши песни. Так что заходите обязательно в Spotify и пишите просто «сестрички». Давайте включим какую-нибудь. Нам какую сестричку. В общем, мне нравится это приложение тем, что можно, например, вот, включить музыку и потом выйти из приложения, и она все еще будет играть. Можно потом играть в игры, и музыка не будет выключаться. Многие спрашивают, где же мы покупаем одежду. В основном мы ее заказываем через приложение. У меня их несколько, и это Bershka. Очень-очень сильно нравится Bershka. Мне нравится Bershka, потому что там есть размеры для меня. Хотя там одежда для взрослых. Но там у них тоже есть маленькие размеры, например, 32 или 34, которые подходят мне и Ксюше. И у них очень-очень часто появляются новые коллекции. Следующее у меня приложение — это H&M. Там мы тоже заказываем нашу одежду. Ну, H&M все знают. У них тоже можно найти очень-очень много всего интересного. Кстати, вот эта футболка тоже из H&M. Ну, Zara тоже все знают. Из Zara мы очень редко покупаем. Ну, иногда тоже есть. И очень классные скидки. Да. Еще одно приложение — это Zalando. Там мы очень часто заказываем. Zalando — это такое приложение, где продают очень много одежды разных марок. Ну, в общем, я здесь заказываю очень часто обувь. Мне нравится то, что им можно заказать, и потом, если тебе не понравится, можно вернуть обратно. А есть еще один бутик, называется Metro. Там тоже разные марки. По-моему, у них нету приложения, но там тоже можно заказывать через интернет, но только через Google. И это один из наших любимых магазинов. Ну что, ребят, вот мы вам и показали все наши приложения. Надеемся, вам было интересно. Если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Давайте же скорее